один из главных людей в моей жизни. Мой муж – моя опора. С ним я чувствую себя уверенно и спокойно. Когда он рядом, я могу позволить себе быть слабой и глупой. Он все сделает сам. Мой муж – мой волшебник. Он делает лучшие сюрпризы, дарит самые красивые цветы и пишет замечательные стихи. Мой муж – моя гордость. Я восхищаюсь его целеустремленностью и умом, умением преодолевать трудности и решать самые сложные задачи. Я верю в него всегда, даже когда силы терпения больше не остается. Даже когда никто другой не верит. Мой муж – пример для меня. Он удивительный человек. Его сила воли, стойкость поражают. Только ему под силу самые сложные задачи, и я знаю, что он не сдастся. Мой муж – мой лучший друг. Мы можем ссориться, мириться, хохотать и брызгаться водой, бегая по квартире. И одновременно обсуждать важные вопросы. Мы можем молчать часами напролет, но я знаю, что могу доверять ему во всем. В сложной ситуации он будет первый, кому я позвоню. Мой муж – моя любовь. И это главный подарок жизни. Мой муж – мое все. Я не смогу без него. Теперь я знаю это абсолютно точно. Мой муж – главный мужчина в моей жизни. И именно с ним я мечтаю о детях. И для меня это очень много значит. Мой муж – Роман Рождественский. И сегодня у него день рождения. С днем рождения, дорогой! Ты в моем сердце. Всегда.